Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале, и с вами снова Сталкерша. Итак, ребятушки, я решила для вас записать небольшое, а может и большое, я не знаю, насколько вытянет этот видеоролик. В общем, я решила записать для вас разговорное видео, где отвечу на часть интересующих вас вопросов. А именно, где стримы, куда я пропала, что у меня случилось, не заболела ли я коронавирусом и так далее. Итак, те, кто подписан на меня в Инстаграм, прекрасно знают причину моего отсутствия. Там я выкладывала посты гораздо раньше, чем сообщаю вам. И там ребята могли заметить, и вы тоже уже могли заметить, то, что причина моего отсутствия – это брекеты. Итак, идея поставить брекеты появилась у меня в феврале. Именно тогда я начала искать себе хорошую клинику и хорошего ортодонта, чтобы проконсультироваться. Меня тревожили два моих передних зуба, а именно резцы, вот эти вот. Они у меня с детства имеют такой небольшой наклон, так скажем, из-за того, что я вовремя не удалила молочные зубы. В общем, придя к ортодонту со своей, собственно, проблемой кривизны зубов, обнаружилось еще очень много проблем. Об одной из проблем я знала ранее. Лет 16 примерно у меня начала щелкать челюсть. Я просто когда кушала, я как щелкунчик просто. И на тот момент нужно было лечить эту челюсть, но потом она перестала щелкать. Ну, как это бывает? Болела-болела, перестала, значит, вылечилась. Примерно так же я и считала. Придя к своему ортодонту, она мне сказала то, что у меня проблемы даже не с челюстью, а с височно-нижечелюстным суставом. Он у меня начинает разрушаться. А все из-за того, что я имею неправильный прикус. Ортодонт мне сообщила, что чтобы исправить кривизну моих зубов, мне бы потребовалось всего полгода проходить брекетами, на что я безумно обрадовалась. Но она сказала, что у меня большие проблемы с моей челюстью и что мне нужно исправлять прикус, пока это не стало поздно. Из-за этого срок лечения на брекет-системе увеличился до 2 лет. Но я буду надеяться, что он закончится гораздо раньше. Итак, следующий вопрос. Сколько же я отдала за эти брекеты? Все лечение на брекет-системе стоило мне 83 тысячи за 2 года. После консультации с ортодонтом я приняла решение, что я буду ставить брекеты, после чего мне нужно было подготовить полость рта для брекет-системы. Грубо говоря, нужно было вылечить все больные зубы, провести чистку зубов. И самое страшное, что было в этой истории, она мне говорит то, что без удаления тебе никак, придется удалять тебе зубы. Это было, наверное, самое страшное, что я могла бы услышать от врача, потому что я боюсь удалять зубы. Это нужно было видеть, как я собиралась к стоматологу. Это у меня тряслись коленки, у меня тряслись руки. Я понимаю, что это все делается под наркозом, и это не должно быть больно, но сам факт того, что у меня выдернут сейчас зуб, и не какой-то там маленький, мне удалили 6-ки. Кто не знает, 6-ки это жевательные зубы, большие, многокорневые зубы. Я очень боялась, мне правда было очень страшно, но на самом деле все оказалось намного проще. С тем, что я удалила один зуб, великих проблем, конечно, у меня не наступило. Если я убрала его с левой стороны, то я с легкостью могла жевать на правой стороне. Но не тут-то было. С правой стороны мне тоже нужно было удалить жевательный зуб. Второй зуб дергать было гораздо страшнее. Но я скажу вам, это было менее болезненно. В этот раз дергала зуб мне женщина, и как ни странно, она его очень легко и очень быстро выдернула, но она аж выдернула у меня вот здесь что-то под глазом. У меня безумно заболела скула. Видимо, такие были длинные корни. Как мы потом поговорили, то, что да, действительно, бывают очень длинные корни у зубов. Но я не знала, что они до глаз достают. Вот это для меня просто открытие было, прям вообще Америку открыло. Самое страшное время для меня закончилось. Но началось другое страшное время. У меня нет 2 жевательных зубов. Кушать я не могу, как раньше. И мне пришлось, как кролику, вот нагрызать вот так вот всю пищу. И знаете, что самое страшное? Я потеряла вкус многих своих любимых блюд. Я очень люблю курицу, я очень люблю мясо. Ну, я думаю, все любят мясо. Вот любишь мясо, лайк поставь.
И я не чувствую вкуса мяса и вкус вообще этой еды. Для меня это было очень ужасно. Но когда у меня начали заживать десна, что я могла жевать уже там, смысла в этом никакого не появилось. Еда просто туда западает, и все, и она не жуется, и вкуса все равно нет у еды. Это меня, конечно, очень сильно расстраивало, но я не знала, что меня ждет впереди. Устанавливать брекет совсем не больно, абсолютно. Ничего плохого или дискомфортного я особо не почувствовала, кроме того, когда мне начали одевать дугу и закреплять их лигатурами. Я почувствовала некий дискомфорт и просто как будто что-то стягивает. Я почувствовала давление, небольшое давление на зубы, но это не было болезненно или что-то в этом роде. Закончив установку, она длилась примерно минут 30-40. Мне все объяснили, все рассказали. Дали мне щетки, ёршики. Ёршики зубные, а то ты сейчас подумаешь, я тебя знаю. Когда я вышла из кабинета, мне было некомфортно. Ну, не прыжи, представляете, у вас что-то появилось во рту лишнее, чего раньше не было. К этому просто нужно было привыкнуть. И представляете, мое удивление, когда я еще с ними-то особо-то и не смирилась. Но я посмотрела, как они выглядят. Конечно, первое мое впечатление было: какой ужас, как это страшно выглядит, как я буду ходить, как на меня будут смотреть, на меня же будут пальцем тыкать, какая она страшная, некрасивая и так далее. И я выхожу из кабинета, и там сидит мой знакомый. Вы понимаете, я же должна с ним поздороваться, что-то сказать ему. Я же не могу его просто проигнорить. И вот первый мой разговор с брекетом происходил примерно так. Он мне говорит: о, Надь, привет. А я ему: привет. Как дела у тебя? Че ты тут делаешь? Да я это к стоматологу приходила, у меня это нормально все. И тут до меня доходит то, что, а чего я стесняюсь? Чего я боюсь? Мне ходить с этим 2 года. Я должна привыкнуть к этому. И показываю ему то, что я поставила брекет. Он тоже ходил с брекетами, он мне рассказал о всех прелестях, сказал, самый тяжелый это будет первый месяц. Дальше я же должна была вернуться домой и показать все это сокровище Жене. В общем, я зашла, и он уже ждет меня, он хочет посмотреть, ему интересно. Самое главное и очень приятное, он меня поддержал в этом. Он был со мной, он просто дал мне поддержку. Я боялась того, что это стрёмно, некрасиво, и я перестану ему нравиться. Ну, это так, короче, женские загоны, так что, может быть, парням-то и не понять, поэтому... Он меня поддержал, что было для меня очень важно. И когда я пришла, я боялась ему показать. Мне было, правда, страшно, и из-за этого я вот пыталась как-то скрыть губами это, то есть не показывать, то есть вот так вот все прижать, сжать. А вот это, кстати, очень большой минус. Брекеты повреждают слизистую рта, то есть рвутся губы, щеки и так далее, потому что ты цепляешь этими замочками, пазами и так далее. Все это имеет смысл царапаться, поэтому мне был выдан воск. Почему я улыбаюсь в это время? Потому что только Надя могла использовать воск так, как я его использовала. Мне сказали, где что царапается, берешь кусочек воска, отламываешь его и наносишь на то место, которое царапается. Но понятие «наносишь» достаточно растяжимое. Я что делала я? Нет, надо начать с того, что нужно было делать. Отломить кусочек воска и прям наклеить вот так сверху и оставить его там. И он перестанет царапать вам щелки, губы и так далее. Что же делала Наденька в этот момент? Надя брала кусок воска и натирала брекеты, чтобы они не царапались. И знаете, что самое интересное? Это работало, ребята. Искренне она переставала колоться. И вообще, ребят, самое интересное, то, что это работало, несмотря на то, что... Я делаю это совершенно неправильно, но, как говорится, в мире рулит самовнушение, и я себе внушила, что это поможет, и оно, собственно, помогло. Итак, ребят, в первый день с брекетами я все-таки чувствовала небольшое давление на зубы, но это не было критично, я не испытывала какой-то боли, только к вечеру, наверное, и мне стало немного больно десну, где мне удалили зуб. Я выпила за это время одно обезболивающее. Зубы у меня не так сильно болели.
На второй день тоже все было более-менее нормально, я вам скажу. Достаточно непривычно мне было. Я не знала, как положить губу, я не знала, как мне спать, я не знала, как мне что-то пожевать. Но уже когда я пыталась покушать что-либо, было давление на зубы, я не могла ими жевать, уже становилось больновато. На третий же день я не могла есть вообще, абсолютно. У меня вот любое соприкосновение с зубами вызывало боль. Я ходила практически с открытым ртом, чтобы не касаться нижней челюстью до верхних зубов. Кушала я, брала кусочек еды, ну вот я кушала в основном рыбу, благо рыба осталась неизменно по вкусу, это прям радует. Я брала и большим пальцем вот так давила об нижнюю челюсть, чтобы отрывать хоть какие-то кусочки. Чтобы какие-то кусочки отрывать, и потом я их просто посмаковала пару минут и глотала. Это прям вообще никакого удовольствия мне не приносило. Вот знаете, каково это? Не чувствовать вкус пищи. Знаете, с чем я могу это сравнить? Смотрите, это как в печку дров подкидывать. Ты вроде бы насыщаешься, но кайфа никакого не получаешь. То ли ты сидишь, костерчик разжигаешь, веточки подкладываешь туда. Это ж такое удовольствие, когда ты прям смакуешь вот эту вот еду, чувствуешь весь вкус. А не просто в топку накидал и закрыл печку. Вот. Последнее время у меня примерно так и проходило. И вот, просто понимаете, у меня нет двух зубов вот здесь. Я не могу жевать, как обычно, со стороны. Здесь я тоже не могу жевать, потому что болят, в принципе, все верхние зубы. И вот это, наверное, был самый тяжелый день. На четвертый день у меня также болели верхние зубы, но уже как-то ситуация становилась постабильнее, уже не такая боль. Возможно, я просто к ней привыкла и как-то что-то стало лучше. На пятый день боль начала отступать. Прям мне становилось легче. Я уже могла хотя бы вот так вот дергать, пусть не сжимать, а дергать еду. Это прям, ребят, такие страсти, как кушала сталкерша последнюю неделю. Это прям очень интересно. Прям в тренды вылетит по-любому. На шестой день боль почти прошла. На седьмой день я уже не чувствовала брекетов. Но вот они есть и есть. Я не испытываю какого-либо дискомфорта. Я к ним привыкла. Мне не больно. Я могу кушать. Ну а самое главное, ребят, это то, что если вы хотите поставить себе брекеты, то поставьте их. Не бойтесь, что вас будут осуждать. Не бойтесь, что вы будете выглядеть некрасиво. Главное, чтобы вы этого хотели и вас поддерживали родные и близкие. Просто мои переживания длились буквально до постановки брекетов. И с каждым днем я понимаю то, что это не стрёмно. И это не какой-то там зашквар ходить с брекетами. Возможно, я так говорю, потому что мне не 15 лет, когда там только любовь цветет и в мальчиков влюбляются. А может, потому что я уже взрослая и прекрасно понимаю то, что это лечение, а не специально меня кто-то изуродовать хочет. Может, потому что уже у меня есть молодой человек, и он принимает это. Возможно, поэтому. Но я вам скажу, хочу сказать то, что это займет у вас в жизни всего лишь пару лет, а остальные лет 70 вы будете ходить с прекраснейшей улыбкой. И вот это меня безумно мотивирует, ребята. И, конечно, ребят, я знаю, многие из вас поддерживали, говорили, что не все так плохо и так далее, очень даже в шуточных формах, и это очень было весело и прикольно. Но, ребят, лучшая поддержка от вас – это ваши лайки. Поэтому, ребят, если вы меня поддерживаете и тоже не считаете, что все так плохо, как я считала в первые дни, поставь лайк, мне очень будет приятно, и я увижу твою поддержку. Я безумно рада, что вы есть у меня, то, что вы всегда меня поддерживали. Что бы у меня ни случилось в жизни, хорошего или плохого, мы с вами это всегда разделяли, и мне это безумно приятно. Я хочу сказать спасибо из вас каждому. Каждому, кто сейчас это смотрит. Спасибо, что остаетесь, несмотря на такие долгие перерывы. Вы всегда со мной. Спасибо, ребят. На этой такой шикарной ноте, я думаю, мы будем с вами заканчивать. Ну, а с вами была Сталкерша. Всем до встречи, всем пока-пока.